Я очень хочу, чтобы моим сыном гордились. Чтобы эта школа, вот эти дети, которые здесь учатся, чтобы они понимали, что честь какого героя названа эта школа. Он никогда не был трусом. Он всегда шел вперед. Он на всех передовых. Вот, ребята, идите сюда. Он никогда не прятался за грудью этих ребят. Всегда он на всех передовых был с вами. Трусом никогда мой сын не был. Я хочу, чтобы гордилась эта школа моим сыном. Вообще наш Иловайск. Он защищал Иловайск. Защищал наш Донбасс. И никогда трусом не был. И был очень хорошим сыном. И хорошим командиром. Исполком. Девочки, микрофоны проверьте. Это далеко. Ясно. Главе города Иловайска Муковнину Сергея Владимировича не создают. Герои никогда не умирают. Герои. Сегодня произошло такое мероприятие. Открытие мемориальной доски, то есть, соответственно, школа названа в честь командира. Да, очень приятно, как говорится. Хочется единственное, чтобы каждый выпускник, который выпустится в последующие годы, впитал в себя хоть часть того, чем обладал командир. И тогда нам будет спокойно за нашу страну.